Привет, друзья! В это пятничное предновогоднее утро, сегодня 29 декабря, я еду в областную станцию переливания крови. Я хочу сдать кровь как донор. Она находится по улице Энергетиков 35 в городе Тюмени. Туда я еду уже не первый раз, поэтому делайте добрые дела. Увидимся. Кстати, давайте больше будем общаться, пишите в комментариях, кто уже является донором, кто сдает кровь, кто как помогает другим. Полчаса времени потрачено на станции переливания крови. Поснимать толком ничего не успел, хотя были против, что я снимаю даже. Все очень быстро произошло. Пришел, заполнил бумажку, как обычно. Сделали электронную очередь, очень удобно. Сидишь, никуда ни за кем не стоишь. Вызвали в один кабинет, сдал анализ из пальчика. Вызвали в другой кабинет, померили давление. Сверили данные, отправили на кроводачу. Это у меня уже была 11-я кроводача, 450 миллилитров сегодня я сдал. Поэтому, друзья, давайте будем делать добро вместе. Подписывайтесь, комментируйте. Увидимся. У нас такой сюрпризик получается. Есть, короче, это мальчик, который подарил сюрпризик девочке. А девочка ничего все еще не знает. Она сейчас придет к нам завязанными глазами. Вот и сюрприз. Маски не завязывается. Я же говорил, ты не самолет. Все понятно. Реакция ожидаемая. Хватит сидеть в своих темных офисах, выходите на улицу, гуляйте по лесу, занимайтесь спортом, друзья. О, смотрите, наша звезда Костян. Здравствуй, мир, честной народ! Светлый праздник к нам идет! Сказочный, красивый, добрый! Это праздник Новый год! Прощай! Добрый путь! Счастливо! Летайте на воздушном шаре!